Сейчас с нами потрясающая оперная певица Дарья. Не оперная, но это мюзикл. Это была ария. Дарья сегодня исполнила арию из мюзикла «Монте-Кристо». Да. А что, почему именно такой репертуар в вашей жизни была какая-то такая неописуемая трагедия, вы решили воплотить свои эмоции в песню? Нет, не обязательно в жизни артиста должна быть трагедия, чтобы исполнять трагические песни. Вот, нет, на самом деле я очень люблю актерское мастерство, очень люблю показывать людям свою душу, перевоплощаться в других героев, то есть мне это... Ну, я думаю, хорошо получается. Люблю страдать на сцене, люблю делать так, чтобы люди плакали от песни, то есть передавать те эмоции, которые заложил автор. Это делать. Сначала плачет актер, чтобы все поверили, а потом плачет зал. Какие еще ваши любимые, может быть, арии или песни? Что вы любите исполнять на публику? Любимые номера театральные, может быть? Я люблю исполнять вот в том-то и дело театральные номера. Либо если этот номер не театральный, то делайте с него театральный номер. То есть ставить какие-то ширмы, приглашать каких-то людей, которые что-то будут делать сзади. Это кабуки? Нет. То есть я стараюсь с любой песни сделать какое-то шоу, может быть. А мюзикл, бурлеск? Немножко не мое. Хорошо. Более драматическая актриса. А комические роли нет? Комические, да. Да. То есть веселить могу. Веселить и заставлять плакать. Какой ваш любимый образ? Любимый образ, наверное, несчастная женщина. Именно даже не просто в любви, а немножко глубже. То есть вот какие-то боли. Сакральные переживания. Это как Раневский наговорил, я очень люблю играть матерей павших героев, я одеваю платок и плачу перед зеркалом, мне себя жалко. Да, вот примерно так. Ну, теперь ваше выступление, поплакать и посмеяться вместе с вами сможет вся телеаудитория tvshans.com. Как вам наш проект? Очень интересно, то есть я еще такого, в принципе, не видела, по-моему, насколько я помню. Не было такого, что приглашали людей, и они себя реализовывали здесь как-то. Вот, то есть это очень интересно и нужно людям особенно. А вы станете снова выступать для tvshans.com? Постараюсь. Ну и своим фанатам вы тоже можете давать наши координаты, чтобы они смогли поболеть за вас, ставить лайки, поднимать вашу популярность. Что бы вы хотели пожелать начинающим артистам и будущим звездам? Что не бояться идти к своей цели и никого не слушать. Вам это помогло? Да. То есть, да? Да. А когда мы можем ждать ваших новых концертов, сольных альбомов, может быть? Но я думаю, вы узнаете, когда это будет. Отлично. Тогда мы вам очень благодарны, и мы ждем новых потрясений, потрясающих ролей, потрясающих клипов. Спасибо вам большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания.